По кілька разів на місяць новинарі Дніпропетровської області повідомляють про благодійні надходження до лікарень регіону. Це не гроші і не медикаменти, а переважно меблі, обладнання, інструментарій. Країна-відправник – найчастіше Франція. Отримувач – Дніпропетровська обласна державна адміністрація для конкретного закладу. До сьогодні область уже отримала подарунків десь на 100 тисяч євро. Як народилася така україно-французька дружба і за рахунок чого вона міцнітиме? Надалі про це сьогодні розмова із гостем. Це Олександр Коломійцев, керівник благодійного проєкту від Дніпропетровської ОДА. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну і так, головний вопрос, як возникла ідея і як произошло іменно так, що Дніпропетровщина стала дружити с Францией. Ну, скажем, все мы попадаем в больницы, да, и чувствуем мы необходимость то, что наши больницы уже давно находятся в таком состоянии, когда необходимо проводить уже переоборудование не только, скажем, медицинского оборудования, а и самих палат, которые и находятся не только физически устаревшим, уже и морально устаревшей форме. Поэтому, скажем, когда у нас возникла такая возможность и получить такую, возникла возможность сотрудничать с благотворительной организацией «Украина-Франция», мы, скажем, воспользуясь этой возможностью. И, скажем, на сегодняшний день это уже уникальный проект, который позволил получить помощь 14 больницам Днепропетровской области. Если говорить о корнях, у каждого человека есть корни. Жить он может где, ну, вот жизнь бросает нас в разные точки. Есть наша землячка Диана Дольс, насколько я знаю, она жительница сейчас и гражданка Франции, но она активно помогает, и, собственно говоря, благодаря ей и началось это сотрудничество. Расскажите об этом человеке более подробно. Ну, все мы помним 2014 год, начало волонтерского движения, когда каждый, наверное, днепропетровец чувствовал, что необходимо помогать не только фронту, но и переселенцам, и бойцам, которые попадали в больницы. Но на сегодняшний день, скажем, чувствуется финансовый упадок населения, и помощь из-за границы, она становится, как не сказать, как говорится, вовремя. Вот, поэтому Диана Дольц, это бывшая жительница города Днепра, она уехала лет 10, наверное, назад за границу. Но как только началась, скажем, активная такая фаза АТО, и она узнала, что Днепр стал на сегодняшний день передовой, наверное, все-таки Украины по помощи, не по помощи, а по поддержке бойцов и переселенцев, то она активно стала помогать именно городу Днепру и области в переоснащении, в первую очередь, конечно, больниц, принимающих военнослужащих и переселенцев. Вы сказали о 14 больницах, которые уже получили помощь. О чем идет речь? Значит, в первую очередь, конечно, это сложное выделимое оборудование медицинское. Это вот мы получали специальный специализированный рентгенаппарат мобильный, который позволяет непосредственно на операционном столе наблюдать состояние пациента, не перемещая его. Это, скажем, очень актуально. Мы сразу его поставили в мобильный госпиталь на линию соприкосновения, потому как где, как говорится, сейчас идет война, там все-таки это все нужнее. Вот. Во-вторых, конечно, хочет выделить это операционные столы, такие необходимые. Скажем, когда мы показываем те столы, которые сейчас находятся у нас в хирургических отделениях, скажем, французские наши коллеги, они очень удивляются, что на этом еще оборудование, наверное, у них уже даже в музеях такого не сохранилось, что сейчас проводятся сложнейшие операции. То есть уникальный случай. Приезжали, когда сюда французы проверить, скажем, переоснащение больниц, они очень удивлялись, что у нас такие квалифицированные врачи и, скажем, такое оборудование осталось еще от наследия, наверное, еще со времен Советского Союза. Поэтому, скажем, уникальность в том, что сильные профессионалы работают на устаревшем оборудовании буквально руками. И, скажем, они поставили за приоритет все-таки переоснащать город Днепр и Днепропетровской области именно современным оборудованием, привозить его с Франции. Когда французские коллеги смотрят на это и спрашивают наверняка, почему так? То есть они находят ответ? Почему государство так, скажем, себя ведет по отношению к собственным гражданам? Скажем, сегодня все-таки не стоит ругать государство, потому как потребность больниц в медицинских, в лекарствах и в первом необходимом, она все-таки решена. Но, скажем, больше речь идет о оборудовании таком сложном. Вот, и все-таки о палатах, которые, ну, мы сами видели, в каком сейчас состоянии все это находится. То есть заходишь в реанимацию, мы, как бы, имели возможность проинспектировать состояние
реанимации Днепропетровской области. То, скажем, там старые кровати, которые все-таки больше, наверное, калечат больного, нежели лечат. То есть те палаты, в которые мы переоснащаем, поставляются современные кровати, которые позволяют поднимать спинку больного, ноги, и к ним комплектация идет противопролежневый матрас. То есть это позволяет комфортно все-таки больному выздоравливать и проводить время на больничной койке. Если говорить о том, что оборудование так или иначе уже оказалось в Украине, уже в конкретной больнице, оно ставится на баланс или как это происходит? Потому что очень много разговоров, ну знаете, подарок, да. Такая вещь, раз, стол, вот и под столом. Скажем, то есть, сталкиваемся, да, с таким, что даже со стороны людей недопонимание. Почему-то, знаете, как хорошие дела у нас всегда упираются на стенку непонимания. Вот. Поэтому, когда даже общаешься с простыми людьми, им тяжело, даже врачам тяжело объяснить. Первый вопрос, конечно, сколько нам это будет стоить? Мы объясняем, что, ну, поймите, это все-таки помощь активная и пассивная, да, все, что мы можем, мы, как говорится, в наших силах, то мы и делаем. Вот. Поэтому первые поставки, они были, конечно, усложнены, то есть даже врачи сами удивлялись, а сможете, а достанете ли, ну, то есть была тень такая сомнения. После первых поставок, скажем, у нас уже довольно-таки положительная история, вот, и поэтому врачи сами выходят на нас и просят конкретно, что им необходимо, какое оборудование привезти и какие аппараты им в первую очередь необходимы. Мы сейчас не поставляем, вот, скажем, просто по хотелкам врачей, а непосредственно смотрим на месте, а есть ли необходимость в этом аппарате, а будет ли оно востребовано. То есть, скажем, да, вот были такие случаи, когда мы поставляли те же, например, специальные хирургические лампы, которые позволяют вести операцию, ну, так называемые бестеневые лампы, вот, и, скажем, уникальные для, даже, у нас не производятся в Украине такие лампы, вот, ну, в некоторых больницах они даже не были еще повешены. То есть прошло, да, 3 месяца после получения такого подарка, но они не смогли, не нашли себе возможности. То есть вопрос становится, а целесообразно ли поставлять туда, да? То есть каждая поставка, поверьте, она проверяется не только нами, но и проверяется еще и французами. То есть они приезжают и смотрят, стоит ли оборудование, используется ли, какая нагрузка на этом оборудовании. То есть, скажем, это такая помощь, скажем, конкретная и с большой долей проверки. Если говорить о тех больницах, которые уже получили те или иные подарки в виде медоборудования, это все городские больницы. А есть ли в планах сельские амбулатории, например? Да. Вот буквально на прошлой неделе мы поставили в Покровский район, да, поставили в больницу медицинское оборудование. И для, скажем, и для себя я, например, даже не знал, что там на сегодняшний день зарегистрировано 5000 переселенцев. То есть это село, которое находится в зоне соприкосновения. Скажем, на границе. Да. И когда мы разговаривали с главным врачом, он рассказывал даже о том, что первые, скажем, раненые, они везутся все-таки для оказания экстренной помощи именно в его больницу. Скажем, поэтому сегодня такие больницы, которые находятся на линии соприкосновения, они находятся в нашем приоритете. И в первую очередь, конечно, мы их будем комплектовать, и потому как мы понимаем, что сейчас происходит, сейчас идет война, и, как говорится, находиться в стороне, ну, это даже неправильно. Ну и вот вы упомянули Покровская больница. Если мы говорим о Днепре, и здесь там век где-то 19-18, ну, по мнению французских коллег, то вот Покровку как вы можете оценить по комплектованию? Ну, скажем, хочу только отметить положительно, это врачей. Вот. Я когда слушал истории, когда врачи, благодаря своему, наверное, в ущерб своему личному времени, они не уходили домой и наблюдали, скажем, наших раненых бойцов круглосуточно. То есть, ну, знаете, как... Это достойно уважения. То есть уровень врачей, он очень высокий. Ну, скажем, оборудование, да, ну... Будем помогать, будем переоснащать, скажем, это сегодня все-таки приоритетно. Ну, давайте поговорим еще немножко о планах, то есть и частично, возможно, и подведем итоги года. То есть год был непростой, но 2017 легче тоже не будет. Но все равно нужно смотреть вперед с оптимизмом. Насколько это, ну, тут, знаете, хорошая пословица, да, далее дорогу идущий. Поэтому, скажем, мы первые шаги сделали, шаги уверенные, скажем, пока наши партнеры нас не подводят, и мы их не подводим. И в наших планах переосносить большое количество больниц и большое количество отделений. Пускай, конечно, мы это не делаем массово и не за один момент, как все хотят. Вот. Но, скажем, такая работа уже намечена, работа будет делаться, вот, и она дает все-таки положительные результаты.
И, конечно, приятно, когда ты заходишь в больницу, и тебя узнают и говорят, что да, спасибо за то, что вы оборудование, то, что вы поставили. Это, скажем, многого стоит, и за это мы тоже благодарны, за то, что люди помнят все-таки, кто сегодня помогает, что это все-таки большая работа, и работа не только команды французских волонтеров, но и команды Валентина Резниченко Днепропетровской администрации. Ну, спасибо вам, что нашли возможность и пришли к нам в гости, и за то, что занимаетесь очень нужным и добрым делом. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був Олександр Коломійцев, керівник благодійного проєкту від Дніпропетровської облдержадміністрації.